позиции ситуация понятна. Было совершено ДТП, есть подтверждающая информация ГИБДД о состоянии опьянения нашего коллеги. Очень неприятное. Поэтому в соответствии с положением у фракции Ульяновской городской думы, пункт 3.3.1, сегодня депутаты приняли решение единогласно об исключении Сергея Викторовича из состава фракции. А это решение было принято без его участия сегодня? Да, приглашение на фракцию было направлено, но, к сожалению, коллега не пришел и не объяснил свою позицию. Понятно. А можете пояснить, что будет дальше? Я так понимаю, лишить депутатского мандата у фракции полномочий нет? О лишении депутатского мандата вопроса не стоял. Мы принимали решение, исходя из положения самой фракции. Депутатом Сергей остается, поэтому дальше будет продолжать работу. Хорошо. Как депутат. Спасибо.